вижу, девочка уже полностью под водой. Дышать она не может. Я сразу же прыгнул около нее, уперся ногами на дно и приподнял ее над водой так, чтобы она смогла дышать. «Такое не забудешь», — рассказывает Егор Ямашев. Тот день подросток вместе с друзьями Костей и Сашей, как обычно, проводил на озере недалеко от жилой застройки Волгаря. Ребята услышали крик и бросились к обрывистому берегу. Маленькая девочка сорвалась и упала в воду. Егор без раздумий прыгнул в водоем, а Костя и Саша приготовились вытаскивать ребенка на берег. Девочка была в шоке, наверное, потому что по ее лицу это было очень хорошо видно. Она ничего не говорила. Родители сказали спасибо, пожали руку. За проявленную смелость и решительность юные герои получили специальные награды от депутатов городской думы Самары. Очень гордимся, что среди нашего населения, молодого населения, юных самарцев, есть такие ребята. Поступок вызывает однозначно и уважение, и поощрение. Поэтому спасибо, ребята. Каждого из этих ребят надо отметить, потому что они являются примером для своих ровесников в школе, во дворе. Но особую благодарность хотел сказать родителям за воспитание. Школьникам вручили благодарственные письма и ценные призы. В их адрес прозвучали напутственные слова перед началом учебного года. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.